Блин, мне так жалко тебя вообще, когда ты все это монтируешь. Но им думаешь, блядь, заебал он запинаться. Нет, знаешь, что самое, я тебе скажу, что самое напрягучее в монтаже. Перед каждой фразой, абсолютно перед каждой, ты делаешь... Да. Зачем? Короче, любой этот отрезок, когда ты начинаешь, надо успеть вырезать вот этот, потому что потом идет текст. Что за хуйня? Я так не делаю. Перейдем к десяточке. Ладно. За клип. Блин. Не может быть такого. Блин, я как-нибудь соберу все вот эти. Ладно, окей. Надо пить воду. Бульвар Депо. Рок-группа репетирует. Ну сейчас ты слышал? Нет. А что это обычно люди так не делают? Делают же, наверное, когда говорят что-то. Что, сделал, что ли? Нахуй ты мне сказал про эту цу? Я теперь думаю. Ты сдерживаешься? Да, Ты сказал думаю, это? блядь, сказал, не сказал, сказал, не сказал. Скриптонит. А зачем я так делаю вообще? 106 человек. 106. В натуре, блядь. Ладно, все. Надо без смехуёчков. Вот сейчас ты слышал, сделал? Сделал? Эх. Сука.